What? You gonna hop on my car? Bentley coupe riding with stars. Ой, тоже снимаю. Короче, всем привет, во-первых. Мы тут с Илюхой проходим хоррор. Мы уже какую-то часть прошли, мы сейчас жестко срёмся. Да, блин, подожди. Я один дома, помоги. Я включил свет в двух комнатах. У меня только в одной комнате, в соседней не работают. Короче, мы сейчас... Короче, мы сейчас играем, и мы уже, не знаю, мы какую-то рандомную хоррор-карту. Мы уже, да, ну как немножко. Короче, вот, мы только что, мы нажали этот. И вот, смотрите, чат. Только что, смотри. И в общем, в СОС, видите? Вот, СОС. И в общем, 3 часа назад. Что? Это мы только что. Да, это мы только что отправили. И смотрите, вот. Мы первый раз. Так, значит, 3 часа назад здесь был живой человек. Ну где же он? Дальше, мы отправили сигнал. И нам написала. Единственный сигнал, который я могу отправить, сос. И прикол в том, что, видите, тут 3 раза тоже сос, и мы 3 раза отправили, а тут 2. И в общем, сос, значит, тут кто-то... Нет. Если, подожди, один был, а нет, месяц назад, получал. Получается, скорее всего. Блин, свет подох. Ну, в общем, мы тут чуть-чуть пошаманили. Стой, обратно иди. Можно материться? Нет. Смотри, дальше. Вот сейчас мы еще не нажимали, но мы сейчас нажмем. Или Илюха, нажимай. Давай. Проверка. Обнаружено одно входящее. Датированное. Идет зачитка. 20. База, ответьте. 415 мата не надо. У вас там все в порядке. 415 база. Прием. Вздох. Никто не отвечает. Шеф, похоже, после прошедшего инцидента они все там того окуклились. Что прикажете делать? Я спрошу у корпорации дальнейший план действий по этому поводу, но без моего приказа туда ни в коем случае не лазь, не лезь. А пока отбой. Так. Почему ты не ответил? Почему мы такие стоят тупые, реально? Почему мы не могли нажать, а ответить после того, что у нас после... Не, вот любой... Нет, понимаешь? Давай. Кстати, еще раз не нажимается. Занес. Я уже включал. А он, видишь, загорел лампа. Свет не работает почему-то. Ладно, я пошли. На улицу туда? Да, идем на улицу. У нас из-за что замедление. А, слышь, я знаю, что это. Это нужно сюда попасть. Нет. Помнишь, мы стояли? Это казарма, по-моему. Да, вот, не казарма, а там, где, прости, там, где я картошку, там, где я картошку жарю. Все, пошли, на улицу. Так, на улице не так страшно. Я думаю, это склад какой-то. Да. О, смотри, там свет загорелся, на станции. Кстати, вот, мы, короче, тут, кухня была, и я нашел ржавый нож. Урон 2, целовано быстро. Да, я сказал, ай-яй-яй. И, короче, он мне дал, потому что он мне почему-то мне больше доверяет. Не знаю, есть... Смотри, да, я опять... Включился свет везде. То есть ты включил, да? Свет, получается, на щитках вот этих вот. Но не включил свет во всем электро... Подожди. Но мост очень прикольный выглядит. Если смотреть вот отсюда, вместе там... Да. Поэтому нам сказали, там было написано не больше 8. Ну еще побрызгиваем. Гниль, на всякий случай возьмем. И опять на мост. Да, нам на мост 100% надо. Дали питание, пока там же кнопки есть. Так я до тебя добегу. А зачем нам вот это? Нам старые детали дали. Походу, слышишь, сейчас продолжение карты будет. Типа, это нас ознакомливает, походу. Нам дали оружие, значит. Ага. А! Вот. А, блин, я испугался, звуки страшные. Я да, не бейся. Короче, все, я начал. Мы опять начали, у меня там технические шоколадки, мы начинаем поводки, мы только что точки возрождения поставили. Все, погнали. Мост мы только что. Мы только что активировали мост, у меня вылетел недавно. Поэтому заново. Так, подожди. Сейчас покажем вам мост. Да тише ешь. Вот
смотрите, мост у нас разлом, поэтому придется прыгать. Типа, он не полностью выс... Так. Ну-ка, подожди. Так, что мы на два блока допрыгнем. Тут три, есть. С разбежки. Не-не, с разбежки. Молодец. Нормально. Записка. Да я читаю. Следуй за мной, написано. Подожди, это... Подожди, сюда клей, куда? А. О, старые детали. Да что ты у меня всего? Старые детали. Паутина. Вижу слева закрытые ворота. Судя по всему, они тоже без энергии. Я не дерево. Не туда. Так, подожди. Ну куда же на этот раз меня приведет провод? Подожди. Нам нужно, короче, по проводу идти. По проводу иди. В чате написалось. Да, да. Так, подожди. Так, я побегу. Что? Сундуки. Мусор. Тихо! Тихо! Слышишь? Волк. Собаки. Они злые! Он... Всё, они вылетели за ним. Давай, я буду второго носить. Они меня бьют! Они живучие слишком. На, двоих сразу. Фух, да меч наполовину уже. О, еще одна. Он меня забил. Давай ко мне беги. Бегу. Даже вещи сохраняются, правильно? Да. Всё, вообще... Бегу. Я... Ну, волки, это, конечно, объективно. Давай. Так вот, я же говорю, нам меч для этого и дали. Это... Отойди. Еще одна. Он выкнул, давай, ващи его. Ух ты, что? Я слышал, там много рычаний. На. Слышишь? Еще слышу. О. Я сейчас я забрался сюда. Обыскивай. О, палка. Я вижу мясо. Палка. Это мясо. Подбери. Ты это, куда ты это забрал? Опа. Это я мясо собак брал. Тихо. Сухой батон. О, собака. Слушай, ай. Да не иди мне под меч, у меня пол хп. Я нашел книжку с Ситуацией. И... Читай. Только что пришел с пункта связи. Слышал разговор шефа и радиста. Заколебал без меня все лутать. Не объясните, я не знаю. Яблоко и записка 4. Опа. Записка? Да, я вот. Я уже так, давай я прочитаю. Ладно. Давай я ситуацию прочитаю заново. Только что пришел с пункта связи. Слышал разговор шефа и радиста. Глупо полагать, что корпорация даст разрешение на вылазку. Там может сидят и дураки, но не полные же идиоты. Они прекрасно понимают, насколько опасно сейчас лезть в лабораторию. Они знают, что там проводилось. Ждать помощи свыше бессмысленно. Нужно полагаться только на себя. Так, давай теперь я эту прочитаю, пожалуйста. Ладно, давай. Что? Фига себе. Ученый один. Снегоуборочная машина сбрасывала снег в ледяную пропасть. Но по случайным обстоятельствам скатилась туда. Вместе со снегом. Водитель не выжил? Не выжил. Что вы про это думаете, коллега? Ученый два. Могу предположить, что это был несчастный случай. Ученый один. Несчастный случай. А то, что мы с вами видели буквально недавно, когда лавина уничтожила сдерживающую ее стену, унеся с собой несколько жизней. По-вашему, это тоже несчастный случай? При том, что перед этим нам с уверенностью заявляли, что стена стоит очень крепко, ни один спад снега ее не разрушит. Ученые два. К чему это вы подводите, коллега? Я подвожу к тому, что мы работаем у корпорации, которая имеет полный контроль над своей замкнутой системой добычи и продажи продукции массового потребления.
И если один из ее винтиков работает, но неисправно, то скоро и весь механизм покатится к черту. Я уже боюсь представить, что творится у них там, снизу. Внизу, то есть. Все. Погнали дальше. Я уже сохранился. Я сохранился. Вот тут сохранился. Ты уже сохранялся там, пока ты читал. Смотри, давай, короче, ты... А куда? Все, что я читал, да. Ты, короче, вырежешь. Ты умеешь вырезать? Да, конечно. Вырежешь, что ты читал. Угу. Смотри, это вот протокол. Запускаешь? Так, я опять хочу. Так, сейчас должно быть уже с моим звуком получше. Ну, погнали дальше. Погнали. Смотри, вот труба. Один. Я уже, в принципе, опять вылетел? Да нет, я же схожу. Труба, но она пустая. Это что за труба? Возможно, эти трубы типа из той самой лаборатории. Труба. Смотри, этот... Смотри. Там вода, наверное, снизу. Не, там пустота, я вижу. Палочка. Берем палочку. О, да, бери. Пошли теперь вот сюда. Смотри, вот. Стой. Вот еще труба. Труба номер 4. Забей. Подожди, тут еще... Их тут много. Будет. Все, вот это вот самый... А зачем? Вот это самое главное, что нам нужно... А что нам сейчас нужно исследовать? Надо чем-то разбить стекло. О, я придумал. Чем разбить эту трубку снег? Нет. Надо чем-то разбить стекло. Надо прям что-то найти. Там видишь стекло, типа? Так, ну тут рыхлый снег. Рыхлый снег. А, вот, смотри. Нам показываешь, куда идти. А куда дальше? Тут тоже рыхлый снег. Подожди, надо что-то найти, чтобы кинуть в стекло. Но там же есть проход, зачем нам просто стекло? Нам нужно, типа, нам что-то надо найти. Это стекло, но ну, это... Да. Видишь, это стекло, которое нам нужно разбить. Так, короче, нам нужно взять как-то... Надо. Или подожди. Что-то нужно взять. Что взять? Как? Без понятия. Придется искать. А, о, ну-ка. Слышь, надо... По-любому надо какой-то камень, но... Ну а не палочкой же нам ее разбивать, правильно? Ну да. Надо прям камень кинуть. Так, я сухой батон съем. Надо, наверное, чтобы знал, надо, наверное, найти сундук, в который будет палочка. А, вот, подожди, смотри, я тут какую-то тропинку нашел. Ух ты ж, блин, я прям глубоко под снег провалился. Она идет вверх. Тут она больше заканчивается. Я тут очень... Туда вот на сюда заходит, и вся. Я прям очень глубоко... Мне надо вот сюда как-то залезть. Ух ты ж, блин. Те же грабли. Не-не-не, там нам туда не надо. Я понял. Прямо, мне кажется, тут... Почему? Вот это же камень. Почему взять его? А, вот, подожди тут. А, нет, это не бочка. У меня дискорд заработал. Я думаю, надо обойти. Не, я не хочу, я сейчас через телефон посмотрю, подожди. Я хочу хавать уже, а у меня хавать нечего. Сам себе приготовишь. Слушай, походу нам надо... Может, надо было... Подожди, что-то нашла. Тут везде рыхлый снег. У меня в дискорде ничего. Теперь знает, куда идти. Тихо. Но не рыхлый снег, что, блин... Нашел. Кирпич. Кирпич? Кирпич нашел. Где это? Да. Вот, за... Был, за трубой 4 был. А, да? Ну-ка, попробуй, типа, вот так бросить, вот так, типа. Упал. Снайпер. Ну-ка, дай. Он снайпер. А-а-а! Как бы это передали? Подожди, она может все стекло ломать? Проверь. Ну-ка. Нет. Не, она только такое. Тут написано, может ломать светло-серое стекло. Как залезть? Подняться. У тебя палочка хотя бы есть света. У меня вообще ничего нет. Да как нужно залезть? Вы чё, его? Чё, прикалываются над нами? Так. Если... Чё, прикалываются? Подожди. Да в раз залезли, вот рыбка, снег, как мы его залезли? Дебил. Ну-ка. Автор чё-то не учел. Не учел. Ну да, я тоже... А, я нашёл. Бегу. Чё нашёл? Вот сюда. У меня 60 FPS нормально. Ага. И вот здесь по краешку. Давай. Что это у нас? Подожди. Автомат будет работать только при включенном свете.
Так, подожди, давай все обыщем. Смотри, вот ты еще пропустил. А. Бумага, зачем она вам? Старая бумага, исписанная вся в этом. Обыскивай все прям. Все, как собака. Сам так. Представь, что собака. Сам. О, вентиляция, слышишь? Я думаю, просто, она. Просто все, тут ничего нет. Идем. Я думаю, она нам пригодится еще. Вентиляция. Ты куда ты вперед бежишь? Ничего нет. Свекла. О, свекла. Блять, ты забыл. Стой, развилка. Все, без надо. Подожди, давай стой, стой. Управление. Управление электроводом, управление вентиляцией. Кто куда? О, панали, мы. Погнали сначала сюда. Панали. Молоко. Противоядие. Подожди, противоядие. Значит, это плохо. Это плохо. И ты первый. Мне очень надо. Стой, дай свеклу. О, мне очень надо. Есть, я включил. Мне очень надо покушать. Мне очень надо покушать. Да что не на сушеную еду. На, я тебе дам вот это. Я тоже поел. Так. Опа, записка. Сейчас ты будешь читать. Давай. Ну, записка номер 5. Я слышу их. Дополнительное питание, за стенами. Смотри, дополнительное питание. Это хорошо. Я делаю. Тихо. Я сделал дополнительное. Все, это подожди. Я слышал их. Жужжание за стенами. Я чувствую, как они скребутся в вентиляции. Мне кажется, я схожу с ума. Надо убираться отсюда. Грохот. Нет, только не сейчас. Слышишь? Походу, какие-то пауки. Пошли. Смотри, стой. Смотри. Это пчелы. Походу. Есть еще что-то похавать? Нету, да? У меня просто, у меня очень мало сладко, надо реально что-то сытного. Активировать только в... Активировать только в особых случаях, я. Особый случай уже, давай. Теперь нам уже вентиляция, походу. Мне хоть полка. Не, гов-автомат. Этот автомат надо проверить. Ой, вентиляция. Ой, мне страшно с этими вентиляциями. Да, вентиляция. Автомат запер. Почему? Или есть же? Козырёк опыта. Это вот сюда. А как? А, подожди. А как? А. Давай я понажимаю. Микстура. Встань, давай я. Давай. Стой, встань напротив, я понажимаю. А, все, холостой ход идет. Подожди, что у тебя там? Паутина, мусор, паутина, пузырек опыта и микстура. Второго у меня и исцеления. Пузырек опыта 2. Лучше пузырек опыта оставлю. Да, а я микстуру себе оставлю. Пошли вентиляцию. А сколько у тебя этих зелек? Одна. Одно мне дай. Одна. Одна, блин. Сюда. Вот сейчас мы. Не хочу! Она громкая слишком. Ходи, ходи, ты. Оно жужжит! Я пчелу слышу. Я тоже! Закройся ты! Ходи! Ты тварь! Открывай! А что ты нашел? А. Еще громче! Подключение энергии, включаю. Энергия подключена. Палочка. Палка. Нормально. Подожди, бумага. Эти твари затихли. А нет, опять дожужжали. Не. Я боюсь. Пошли, у тебя только палочка. У тебя свет. Подожди. Я опять слышу. Подключение. Не удалось подключить. Причина структура трубы повреждена. Подключение. Стрёмно. Причина труба заперта. Труба отсутствует. Я не хочу, нам походу в трубу лезть. В какую? Не знаю. Это вентиляция, короче. Внимание, произошла ошибка. Убедитесь, что... Подключение прошло специально. А что я нажал? Одна труба, хотя... Читай в чате. Работает только одна труба? Хотя неудивительно, смотря в какое здесь все запустите. Запустили. Очень. Вот, включай. Четвертая труба работает, слышишь? Труба 4. Я боюсь. Пошли. А куда нам идти дальше? Пошли, нам походу назад. Куда? Назад! А ты не много ли на себя смотрите? Это вентиляция. Я опять слышу. Это тварь. Что громко. Может, надо выйти и переубивать их или чё? Надо туда нам пойти, там вентиляция 100% открылась какая-то. Может, надо помнишь? Переубивать? Ну да! Иди ты с мечом. Пошли. А у меня? А, громко. Да. Там даже не видно. Вот он. Мне надо прям выйти.
пошли, пошли, пошли. Я закрываю дверь за собой. Так, мыло в баню. Я боюсь. И сюда. И сюда. И серьезно. Все, у меня вопрос, ты снимаешь видео или мы просто так доделаем? Я снимаю. Снимаешь, блин. Я боюсь! Господи. Пошли. Да, нам идти дальше, никто не знает. Слышь, есть обзор на эту карту? Еще, блин, ничего. Да, блин, нет, там нам, нет походу, обзора. Придется идти к пчелам. Идти. Да что? Да нам 100% сюда надо. Пошли. Никого нет, что ли? А чё? Никого нет? А куда нам? Милая картошка, кость. Даже кто-то приёт. Вот у меня причёс ещё... Подожди, кость! Кость, что? Нафиг нам кость? Кость! А теперь сейчас вспомним пятую записку. Смотри. Помнишь вообще? Мне кажется, я схожу с ума. Надо убираться отсюда. Грохот. Нет, нет, только не сейчас. Это, получается, его кости, да? Да. Запущенный сучий. Куда нам дальше идти? Никто вообще не куса. Пошли, короче. Куда, не знаю. Пошли. Это вот до сих пор жужжит. Уже вырубить надо, слышь? Да вряд ли. Ты слишком часто ворчит. Слишком громко. Глуши его. Ой. Давай опять туда. Что за пчёлы опять? Опять пчёлы. Да-да. Не докусали до смерти, но... Энергия подключена. Ты что сделал? Это я там опять нажал. Подожди, а может эти бумаги читать надо? Нет. Подожди, с этой вентиляцией пчелы жужжат. Если ты туда подойдешь? Да я знаю. Они везде жужжат. Если у тебя тоже подойдешь? И бумага, 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 бумага. Что там? 4, блядь, бумага нахуй. А, блядь. Да тихо, тихо. Помогайте, блядь. Да тихо, мне, тихо. Недоступная печка, ебана. Да тихо. Я хочу жрать, еще умру. Не забывай. Блядь. Чего я матерюсь вообще, блядь? Я ж поэтому. Мне нервы. Я буду купаться в луже, все. Подождите, подождите. Подожди. Опа. Что? Кажется, мне пора. Кажется, мне пора. Беги! 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 Откройся! Она ты, бля, всё, я сдох. Я тоже. Я закрыл свет. Убивай, глуши, на. А, это тварь. Чё вы тут, твари, делаете? Глуши их нам. Оглушай. Убивай. Я сейчас сдохну опять. Я вышел. А я нет. Вышел оттуда. Окей. Всё. Это вияди у меня есть. Не надо, не пей, не пей, не пей. Это вияди, я не знаю. Пузырёк опыта для чего? Нам вообще не стоит туда идти. Ну мы свет включили. Бля. Чудесный отель. Ставлю все 5. Теперь ворота должны теперь открыться. Теперь ворота должны открыться. Все, отель прекрасный, да. А что за ворота? Вон туда. Капец, я пересрал. У меня пол хп, братишка. Да мне тоже. Я в тебя кирпич кину. Так. Подожди. Давай сейчас пойдем отдышимся, ну ее нафиг. Нам в любом случае туда надо будет, слышишь? Да, я знаю, нам нужна еда. У тебя еда, блин, дай мне. Поздно. Откуда ты знаешь, что... те врата. Побежали, короче, пофиг. Ага, сейчас пофиг. Главное быстрее игру пройти. Нет, не эти врата. Наверное, вон те врата, которые... Нет, вот, смотри, тут этот. И тут вот кнопки какие-то. Нажимай. Я же говорил. Смотри, они сейчас сломаются, чекай. Опять мост. О. Да смотри, там какой-то лабораторий, типа. О, строится. Потихоньку идем. Если он сейчас не достроится, я его застрелю. Где ему так надо будет, надо прыгать. Да, реально, шифте. Смотри, если мы упадем, мы можем подняться. Там есть.
О! О! Ты что творишь, дура тупорылая? Открывай! Открывайся! Ты откуда спрыгнула, тварь? Закрой, 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 закрой! До свидания, просто. Он меня не видит. В смысле? Он меня не видит, у меня пол хп, но он меня... Не знаю, почему он меня не видит. Помоги, помоги. Глуши его. Глуши, реально. Он на меня не заагрил. Ютуб запомнил. Он заагрил только на тебя. Ютуб, запомните, это не настоящий животный. Я его буду бить. Это не настоящий животный. Приручная, да? Мы уважаем их. Убиваю. Она просто нас сама хотела убить. Я пока тут буду глупцы. Не, ни одно животное не пострадало. Палка его, палка. Может, оно понятно? Плюс минус 50. А, у меня меч сломался. Уже давно, на пчелах еще. Тише не могу сделать. Ты, короче, глуши его пока что, я пока прочитаю на табличке. Не выходите за... И не выходите за перила, высокий риск упасть в руки. Да глуши его давай. Че там? Жить, я сейчас подрубаю свой пальцы, я читаю. Залезь обратно, блин. Да сам такой. Я подрубаю своего ПВП просто, я очередь. ПВП фарис людей. Получил. Мне... А, это, наверное, потом по сюжету. У меня, да. У меня полтора... Ну смотри, видишь вот эта цепь, какая-то странная. Да, она мне тут... Видишь? Тварь. Я так и знал. Ну я так и знал, но... Ну, она волосатая. Я знал. Волосатые они все. Я так и знал, что она Тихо. Все, тихо. А что нам? Вызывай обратно, что. Или прыгаем. А что нам надо, реально? Один вариант, тут ни кнопки, ничего. По перилам нельзя. Один вариант только прыгать. По перилам нельзя. Ты все? Только варик только прыгает, слышишь? Ни кнопок, ничего тут нет. Вниз получается. Получается. Как-то аккуратно. Неаккуратно, там ты теперь спрыгнул. Там спрыгнул? Нет, я сдох. Подожди. Наверное, он как-то вызывает. Что-то найти, что-то его выйдет. О, смотри. И чё? Смотри, вывеска. Сот. С. От. СОС. А нет, СОВ. А, я... Подожди, я не вижу. СОЦ. СОТП. СОТП. СОТФ, правильно. СОТП. А, СОТП. Подожди, значит... 10 часов как-то уже. Как-то по-любому ее можно включить. Да вряд ли. Не, вот, смотри, не выходите за перила, либо мы высокий риск упасть в канал. Шутки, слышь, ты даже, да тише, да. Смотри, тут даже шутки, смотри. Канаву, я видел, да. Подожди, стой, иди сюда. Да ё-моё, я как... Блин! Туда его. Прыгай, здесь сыпь и снег. Ай, да нет, не сильно, мне помог. Ну как всегда, ну канава, ну как всегда. На следа. О, читай. Понятно. О, читай, чудесно ты. Будь ты проклят, перк. Кажется, мне... Опять канал, ну как обычно. Будь просто ты проклят, вернулись перк. Домой, реально. О, лестница. Вернулись домой просто. Туда читай. Его. Туда его. На льду. На льду. Что ты делал, беги. О, я тут есть. Подожди. Ай, тону его. Пу, фабрика. Нам, это... нам походу по этим... А, нет. Вон проход, нам аж туда надо. Давай, паркур. Паркур называется. Вот лестница. Подожди, иди в баню. Да почему? Яблоко. Яблоко. А меня? Там есть еще лестница. Нам назад. Может, туда даже... Да тварь. Нам туда. Надо как-то это... Не, подожди, нам походу вот сюда надо, сюда. Ай, давай. Вот да сюда, подожди, вот сюда. Вот сюда. Ай, тварь. Вот сюда, да, наверх. Давай сюда иди. Теперь, да, вот сюда. А. Лучше поаккуратному спуститься, реально. Вот сюда можно. Ну что, у меня мало хп осталось. Тихо.
Аккуратно, аккуратно. Хоп. Я умер. Ну, как всегда, но... Если для вас это слишком сложно, можете пропустить? Нет, ты поднимись, поднимись просто. Ты... Ну а как ты допрыгнул туда? Да не знаю. Честно говоря, я сам сходил. Ну, придется с тобой опять проходить. А я туда не... Я сажусь на этот кал. Вот смотри, смотри, вот смотри, учить. Вот отсюда берем, так, оп. Не, удачи. Ладно. Чуть-чуть обманул. Невозможно. Обманул. Полуфабрикат. Полуфабрикат. А тут невозможно. А как я так? Я нашел куда. Да почему? Я думаю, я нашел уже куда надо. Ты вот. Что делаешь? Подожди, стой. А? Собака. Есть, я нашел. Смотри, сюда иди. Смотри, прыгай вот сюда на край. Ага, на край, блядь. Ай. Спасибо за подсказку. Знаешь, как кто-то прыгнул нормально. Два раза. Подожди. Так я вот здесь не получаю урон. Ай. Вот так беру и все. А ты залагал у меня. Вот сюда. Ты тоже. Все, пизда. А? Нет. Что? Что? Вот сюда. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Что твори? Дебил. Да ладно, я сам. Да сам такой. Все. Хватит обзываться. Я все, я прыгаю. Так, стой, пожалуйста, ничего не делай. Пожалуйста, ничего не делай. Я прошу. Если для вас тут слишком... Может, то есть на кнопку нажать надо? Нет, нет, подожди, без меня не нажимай. Я этот рофл для себя подготовил вообще-то. Он вообще-то там стоял, но пофиг. Ты, нам нужно исследовать его. Он по-любому можно... Что делать? Паркур! Паркур! Давай, ты первый. Поехали. Дебил, блядь. Сюда беги. Фабрикат. Это сам такой. А да туда невозможно! Это... Да туда невозможно, чтобы ты понимал. Ну, понял. Ну, оно же есть, значит, возможно. Ты толкайся, ты блин. Я понял, что надо сделать. Слышь, подожди. Сдохни, сдохни, сдохни. У меня есть лестница. Ты я мог раньше сказать. А нахер оно мне? Не, ладно, подожди. Смотри. Встань вот тут. Я открою. Теперь смотри. Прыгай. Давай ты первый. Я тебя подброшу. Да, вот. Давай. Молодца. Прыгай туда. Прыгай. А как, а мне кто подсадит? Подожди, давай я сейчас пройду. Тварь. Свидание, нахуй. Дебил. Давай я тебя. Дебил, шоу. Кончай, ебану. Давай. Держу кнопку. То есть мне надо прыгнуть туда. Ай. Не так его посадили. Может, тебе реально надо было лестницу вот туда, потом по этой лестнице... Есть! Может, на месте... Есть! Ты как допрыгнул? Только... Я тебя толкну. Тварь ты такая, серьезно. Ты тварина! Ты тварина! Ты тварина! Тварина! Ты тварина! Ты тварина просто! Ты тварь! Извини меня, пожалуйста. Я упал тоже. Да я допрыгнул. Ну, не, я допрыгнул. А ладно, не допрыгнул. Дебил, блядь. Андек, дебил. Нормально? Давай, как и вальца там. Ты что сейчас сделал? Распрыжку, что? И сразу до лестницы. Давай! Я допрыгнул до лестницы. А меня? Я тебя жду здесь, на лестнице. Жди. Теперь жди, пока я допрыгну. Там дальше лестница понадобится. Нам. Да? Да. А в смысле? Распрыжку сделай. Это невозможно. Есть один вариант, нам нужно будет попасть. Короче, есть два варианта. Либо спрыгнуть, но есть факт, что ты напросил на рыбах на снег. Либо спуститься здесь. Подожди ты. Спокойно пройти. Да я сначала, сначала до тебя дойду. А тут ТП работает так? ТП, нет. Нельзя. Я сдохну. Не-не. Я дам тебе спрыжку. Не-не. Я сам. Я уже сдох. Давай я тебе дам раз выше. Не-не. Подожди меня. Давай жду. Ненавижу. Ты реально невезучий. Ой, нет, дискорд.
Да что меня спамят? Меня спамят! Спамят! Скор спамят! Я допрыгнул. Ой, все. Молодец, стало давай. Чем я совершаю свои подлые ошибки? Вот реально. Допрыгнул. Теперь молись. Молюсь. Сюда. Молодец. Экспериментатор. Алло. Да. Сюда. А куда нам? Сюда. А кто прыгай сказал? Туда. Ну, нет, а ты хочешь там туда прыгать, в рыхлый снег? Там рыхлый снег, я же вижу. Подожди. Давай, есть вариант только вот сюда. И все. На снег, прыгай на снег. Давай, пизды. Да ты собака. Не знал, извини. Ты как свинья, знаешь. Я не знал. Это серьезно. Знал. Я тебя ненавижу. Я не знал. Там рыхлый снег. Но иди в баню. Есть снег, который выделяется. Может, то есть можно... Что, блядь? Как же сказался? А, тут сверху. Ага. Помоги! Да давай, Слав. Ты здесь спавнишься? Спасибо за поддержку. А ты тут спавнишься? А, нет, ты там спавнишься. Спасибо за поддержку, братан. А он, блядь, ты же дебил. Спасибо за поддержку. Чё, я, в принципе, тоже рискнул. Да. Надо было на тот самый... Спасибо за поддержку, братан. Серьезно. Не открывай сундуки. Все, жду. Не открывай сундуки. Все, жду. Там дальше сундучок. Да не знаю. Там дальше идет. И я смотрю, куда нам идти дальше. А потом сюда. Вот это твердый. Да тихо. Дебил. Да сам такой заколебал. На чем? Иди в баню. Я... У меня да, есть экстрей, у меня его нет. Страшно, когда пчелы. Да, вот это реально, мы так пристрались. Мы за жизнь там дрались. А, стоп, а мы... Обязательно ты меня снишь? Я хочу реально глянуть. Просто какой-то... А когда увидишь? Я тебе говорю. Окей. Когда выйдет? Завтра, послезавтра. А куда дальше? Теперь... Сюда? На вот этот ближний, походу. Не помню. Нет! Ты! Да я тебе говорю, на ближний, блин. Ну на ближний, вот это ближний, блин. Прыгай сюда, стой, прыгай сюда, вот сюда. Прыгай куда-нибудь, пытайся. Не могу, не могу, не могу. Ёп, я сейчас проще спрыгну, буду тебе подсказывать. Не, все. Я это. Нормально, я с первого раза. Я буду стоять там, куда ты должен допрыгнуть. Понятно. Там невозможно! Да. Это возможно, я же как-то допрыгнусь. Там не плевать. Да ты допрыгнуть. Да, ты допрыгнуть. О, давай. Вот просто сюда. Распрыжка. Слышь, может завтра также поиграем какой-нибудь пор? Есть. Теперь. Это 100 лет будет. Да не плевать как-то. Потому что я спустя 10 минут спустя. Мы дожили. Там сейчас. Мы дожили, реально. Полчаса. И хлеб. Хлеб! Мое. Понятно. Ну лестница и хлеб тоже хорошо. Я хлеб. Нет, не буду хавать. Подожди, тут. Надо хп в дверь. Там ничего нет. Да собаку уже проверял. О! Подожди, великий Вася, мусор. Ты великий Вася. А, ты великий и... Вася. И вся твоя великая. Вот для чего. А дальше у тебя все будет еще хуже или лучше. Пошли, я понял, дальше. Все. А! У меня причислил, что он пригодится. Мы прошли? Нет. Мы прошли. Нет. А, мы прошли мост. Не. А, ну мост, да. Смотри. Ну нет! Опять дом. Пиши там. Я жду тебя. Ой, мне не нравится, Красный ковер, все, до свидания, красный... Сейчас сик начнется, слышишь, из дорса сик. Можно выиграть мат, пожалуйста? Дай мне запись выключить. Я сколько хоров проходил, красный ковер, и темнота, это не к добру, это жопа, все. Бля, я то мир ебал, так иди, давай. Да, все, давай, ага. Ты первый. Да нет, там темно становится. Фонарик у тебя. Стоп. Нас тэпнуло. Это у них такой хол, вряд ли они делают такое для персонала. О! Даже фонарик не спасает меня. Пошли.
По красному ковру, я... мы все знаем. М. Мужской, типа. Ой, у меня плохое предчувствие. Сбрыть насекомых! В реально? В туалете! Старый оброн. О, старый оброн. Закрывай за собой. Ты закрыл вообще-то. Пошли. Такс. Нормально. Ты же на первый ходишь. Спрей от комаров. А ты взял кости для самообороны. Фух, поехали. Закрой глаза. У женских в поле яйцо. Яйцо у женских в поле. Там спускайся. Иди. Ты чё пукаешь, дебил? Пошли. У это не к добру. Ой. Свидание. Да чтоб тебя. Реально. Плесень. Ты за его. О, старая. О, интересно. Подсказка, подожди. Тихо. Липкий поршень ставит. Тихо, подсказка. Вы можете готовить суп, соединяя грибы и миску. А ты где-нибудь... На яйцо. Грибы возьми, грибы. Грибы собирай. Из них можно еду сделать. А я нашел старая деталь, ставится на липкий поршень. А. О. Миска! Нашел миску, с которой можно суп выйти. Это не я, это честно говорю. Это слышь, аномалия. Слышь, о, противоядие. Это, слышь, аномалии сталкера. О, картошка. О, давай пожарим картошку. О, реально, давай. Как раз палки есть. У тебя одна? Только. Две еще осталось. Так, это я себе. Бери. Суп будет мой. Забирай. А, у меня есть гриб. Слышь, дай его... Оп, еще палка. Подожди, а что ты печки не проверяешь? Ищи липкий поршень. Сюда, ко мне. Подожди, тут еще дальше идет. Кажется, здесь протекает труба. Хлеб! Как жаль, что я не сохранил газовый ключ. Он мог бы пригодиться. Я упал в канал. Ты слышишь, когда... Все, идем. Подожди, куда там? Там идет дальше. Я знаю. А там дальше идет. О, посмотри. Черт, меня дери. Это похоже на кладку. Логово насекомых. Попытаюсь не наступать на яйца, чтобы они не проснулись. Здесь главное не торопиться. Так, нашел похаус. А если я один раз упаду? Проверь. У тебя вылетит в Майнкрафт полностью. Тварь. На! Ты что сделал? Ты что меня не убил? Очи, глуши его. Очи ее. Да куда ты идешь? Она вам на меня заадрилась. Она на меня заадрилась. На. Уже на тебе. Пизда. Да, согласен. Нам сразу. Нас, короче, назад переносит. Давай, этот. Но с распрыжки. С распрыжки. По две пчелки всегда ставим. Угу. Да ты че здесь? Ну интересно было. Ты че здесь сделал? Ай. Они сальтухи мутят. У меня пол хп. Я в самом. А, нет, я не в самом начале. Ай. Они, короче, когда жалят... Это сейчас сдохнет. Быстрее. А что ты творишь? Беги! Беги от них! Умеешь найти. Ай, мочи одного, мочи другого, которого возле тебя. Она меня ужалила. Топу. Ну, собака тупорылая, я твою маму ебал. Да ты заколебал. Тихо. Ты дебил, кусок! Опять. Тихо, не ужали меня. Понятно. Да, понятно. Короче, знаешь. Короче, ты их отвлекай на себя, а я пройду. А мне тоже же надо. Ой. Ты их убьешь и пройдешь. А подожди, ты сейчас разбил яйца, почему она не зачитала? Бля. Мочи! Глуши! А что глуши? Ты вспомни, когда... А почему? Это ты ломаешь. Пиздана. Беги! Вообще похуй. Беги! Что ты творишь? Беги! Стой, давай, короче, сдохни. Беги! Беги!
Да зачем? Да не беги, реально. Все, стоп, тихо, тихо. Да стой, реально. Да зачем? Да стой, реально. Их тут много. Отдувайся теперь. Их тут дофигища. Ай. Это было больно. Отдувайся, блядь. Подожди, стой, давай мы сейчас сдохнем, подожди, дай, на, они, чтобы они нас убили. Пусть жалят, чтобы они от нас отстали, типа. Жальте, жальте. Не работает. Жальте. А все, один, они от меня, один, все, один, они от меня отстали, слышишь? Они меня ужалили и отстали. Да ты дебил. Ты, блядь, нормально не можешь пройти. Ну не могу, этот сам так же наступил. Ай! Ай! Вот ты наступил! Да ты сейчас двигаешь меня! Да ты куда? Все, тихо! Все, давай стой! Вот, возродились, давай по одному. Ты первый, иди. Я буду пчелу наседать. Они меня только что перекинули на другую сторону сами. Вы ужали меня? Да ты, ты что делаешь? Я пробил! Моя пробил не работает. Да ты... У меня не работает пробел. Да ты... Понали геймон включим? Все, понали геймон. Нет, 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 начали, сейчас запись идет. Ладно, иди. Это фигня. Ну они же волосатые. Что? Ну перед мной сальтухи мутите, алло. Я ненавижу. Да ты еще хуже делаешь. Да дебил. Давай сейчас сдохнем, подожди, давай сдохнем. Стой, есть другая. Ебись, нахуй. Давай сначала, подожди, давай сейчас всех поубиваем сначала. Как ты их поубиваешь, там пизда? Не этот, на ули, на вот эти яйца не прыгай. Нам пизда. Не тихо. Че, забыл? Да я забыл, конечно, я там жопа. Там вот медленно. Мочи! Давай, туда есть. Я одну пчелу закрыл. Ой, я случайно... Подожди, я подмостки с кого ниже. Подожди, пока на меня пчелы не заагрились, я могу пройти. Идущее отправление. Зачем я для... У меня про... Я прошел. Подмостки взял? Чем ты подмостки взял? Я с кого не сдал. Где? Как? Вон там. Креатив? Нет. Подожди. Нет. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Полуфабрикат. Иди обратно. Ты, стой, не иди, не иди, не иди. Нет, тихо, тихо. Не иди к ним. Не иди. Давай возьмем меч реальный. Нет, 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 тихо. Блядь, убил, меня убил. Да я помню. Я даже War Thunder сегодня нормально не поиграл. Меня это ебёт. Походу, мне кажется, 5 секунд этот блюрить надо будет. Я тут все. Если ты сейчас наступишь, стой, пускай один человек пройдет. Нет, пусть второй уже пройдет на геймой. Ну и нах. А, нам замедление 2, слышишь? Не-не, у нас запись. Я не хочу на. А, обрежешь. Я тебя ненавижу! Обрежешь, короче, шли до сюда. Все. Так, мы дошли. Ничего. Спустя 10 минут опять спустя. Нет, да, наверх. Сейчас. Пожалуйста, сейчас не упасть. Говно не упасть, а то у нас на самое начало перетепнет. Куда? Опа. Где? У меня никогда в жизни не будет пасеки. Это, а, это типа пчелы, понял? А, вот сюда. А, да, это пчелы. Все, залутай, слышишь? Вот бочка, не... Хавать! Подожди, дай... Что это? Ключи пчел. Ты, они... Можно... Вещи чья. А ты... Гостеприимство, подожди, читаем. Кнопка от морозилки. Ставится на светло-серый бетон. О, тихо, читаю записку. Туня, да, эй, Наташка. Видела, опять все начали прибираться по всему лобби. Видать, снова эти идут. В черных костюмах такие. Наташа. Да, да понятно уже. Вы каждый раз... Каждый раз начинаете усиленно пробираться вперед этими товарищами. Туня. А ты не знаешь, кто они такие, Наташа? Без понятия. Ну, раз наших их так праздно встречают, наверное, какие-то важные. Туня, важные? Ну да.
Вот гляди, как раз со, со своими чемоданчиками опять идут. И так еще нервозно осматриваются, как будто пульт от ядерки несут. Реально так? Третья строчка, третья строчка, ты где? Я тут, сзади. Третья строчка, последняя страница, читай. Как будто пульт от ядерки несут. Так, еще немножко, как... Ой. На. А! Смотри, мы... Так. Мы, походу, это... походу, этот поршень пропустили. Да вряд ли. Тобой. Не, а может, он по-любому должен быть... Возьми. На пчелином. Это же по-любому. Да что? Вряд ли. А, это... Нам сюда, нам сюда. Тут темно. Куда сюда? Я куртку взял. Где? Вот тут. Вот висит. Бери. Я не вижу. Да вот, просто нажми вот сюда. Вот. Ничего попрыгай. Не прыгай. Попрыгай. А, я взял куртку уже. Ну все, моя куртка, что? Иди. Не, подожди, она на две. Подожди. Да я. Подожди. Я свет вырубил, я очень. Вот она, вот. Вот я стою. Я понял, отойди. Нет, левой кнопкой. Ой, правой. Ой. Правой. Это мы вырежем. Хитбокса. Правая кнопка. Тут даже хитбоксов нет. Правой кнопкой мыши. Не, все тут нету. А только одна, наверное. Да, тут только одна. О, опять коридоры всякие. Автомат не работает. Автомат будет работать только... А, так опять перелектрик. О, женский. То, что надо. Паутина. Че, опять идем? Опять? Стой! Собака ты. Опа. А все нам, а все ты меня запер там? Это походу тут же туалет, слышь? А, да, я задам. Тыкнись ко мне. Это мы вырежем. Ножницы используй, чтобы собирать гриб. Ты дебил? Подожди, стой. Да, толкай. О, бей, 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 бей меня, бей. Так работает. А я. Рука. Все. Я это походу, слышишь? Подожди, если можно... Может ломать красный гриб и коричневый гриб. Да, это тоже, это тоже самое. Маленькие грибы, не, то есть не маленькие грибы, а прям большие грибы. Подожди, а ну-ка. Нам на второй этаж. Да, это то же самое, мы сюда вернули. Да, мы сюда вернули. Пошли. Теперь нам на второй этаж туда. Походу. Походу, давай ты по этой тропинке, по этой. Я боюсь. Я боюсь. Ну зачем ты идешь вперёд? Я не боюсь, потому что ты первый. А, развилка, собака. Я понял. Он придётся... Вход только для персонала. Да, иди. Сейчас. У нас этот персонал. Или кто-то там. Серый бетон. Кнопка. Серый бетон. На светло-серый бетон, да. А, не могу, только на светло-серый бетон. Шли. А это у нас такой, еще не серый. Бетон. А это серый. Что это за звук? Ой, мне не нравится тут картина. Давай в другую комнату лучше. Не-не, пошли, нам в любом случае сюда. Да. А что ты не открываешь? Подойди. А смысл? А, это закрыто, в другую комнату. Подожди, тут картины может быть. В картинах может быть. Подожди, а куда? Нычка. В картинах может быть нычка. Я это вообще не понимаю. Не-не-не, пошли. Я уже убежал. Я к тебе бегу, не оставляй меня. И чё? Вроде бы карта без модов. А ну, все равно страшно. Как бы знаешь, есть. Я нашел зажигалку. Что нашёл? Нормально. Мы можем что-то поджечь, слышишь? Я нашел это бар. Везение. Напиток на везение. Напиток нашел. Земляк. Замедление. А я нашел напиток, авось повезет на везение. Опа, еще слабость. Напиток крещеный началось. Да. Вкусной жизни, моментальный урон. Нету. Нам только сюда. А снизу. О, липкий поршень. О, я же сюда ставим. Стой, стой. Давай посмотрим, где примерно он нам нужен.
Смотри, вот еще такая штучка. Еще такой же блок. Походу сюда надо. Или подожди. Или сюда. Или сюда. Подожди, я хочу сначала облутать эту, потом уже. Раз. О, свекла! Сушеная еда. Подсказка нашел. Че там? Нож ржавый. Вы можете чинить вещи с помощью наковальни. Наковальня здесь есть. Могу починить ножницы. Нам нужна жила. Подожди. Без у нас что? Без у нас наковальня, нет. Да? Там. Ты меч взял. Где наковальня? Можешь? Вот наковальня. Вон, ты, вон, да. А я же могу чинить. О, светло-серый бетон. Я кнопку поправил. Записка. Холод. Какого-то черта там произошло. Почему они просто взяли и закрыли меня это в, очень, в этой это отвратительной морозилке? Да. Я уже... Это очень большой голод. Я уже стучусь битый час. Никто не отвечает. Ну вот, что у них там? Зомби-апокалипсис, что ли, начался? Походу, да. Смотри, это, мясо, это очень длинный. Это очень длинный. Ух, ядрей. Ломеется... Сгнившее мясо. Морковь и кившее мясо. Сгнившее. Давайте возьмем что. Может, медведя надо будет отвлечь мало. У тебя же мясо, подожди, было. Я его съел. Зачем? Ну что, хавать хотел. Иди туда. Ко мне быстрей. Ты... Могли бы так приготовить. Так ты все, чекай, ты там не. Я еще картошки нашел, потому что все там. Да как тебе? Да блин, я там все посмотрел. Как там, там еще бочка висела. Куда искатель? Опа, кровь. Да, иди. Стой! У меня ножик есть. Так иди. Опа, кровь. На. Может, что-то мясо несть? Ко мне иди. Да ты меня зачем бьешь? У меня хп так мало. Туда. На мясо просветись, блин. Капец, упили сыра. А я услышал. Ключ от кладовки. Это нам сюда. Нет, нам не сюда. Вот, на... Ставится на липкий корж. Интересно, для серый чего? Сухой бетон. Пошли. Стой, а я нашел второй такой же. Пошли. На, вот краски они нам можно пригодятся. Найти третий и поставить на эти липкие поршни? Походу. И запустить их? Походу. Нам придется, походу, еще пойти на тот склад, который мы были. Пойти сюда, найти там... Нет, это аж назад. Это аж туда, назад. Это прям назад. Нам надо. Нам сюда надо. Да. Попробуй поставить эти два блока. Сюда. Сюда. Что они делают? Это, ничего. Иди туда, встань. Вот сюда встань. Ой. Вот. Тоже ничего. Надо, наверное, третий найти. А они там реагируют на же на приметы? Да. Отлично. Подожди, давай поставим. Не, я пропаду через время. Сервер. Давай, пошли. Пошли, нам обратно надо. А где это была? Сюда. Подвал. А, подвал какой-то был. Вот сюда нам надо. Вот здесь. Вход только для персонала. Я дверь, да, вот. Открываю. По-моему, тут мусор. Ну дай мне залутать. Да ты и так все лутаешь. Острый насекомый. Я пойду в другое место. Мы разделились впервые. Введи пароль. Чё? Опа. Не нажимайте на кнопки слишком быстро. Надо пароль. Ты знаешь пароль? Подожди. А что нам сделать-то надо? Пароль. Ты ввёл какой-то... Ты нажал какую-то херню. Теперь вводи пароль. Подожди, стой. Нервный пароль. Зачем ты это делаешь? Нас посадили. Да ты пароль, нам нужно найти пароль, ты это понимаешь? Там есть второй склад, в котором я был, и там по-любому пароль находится. Я тебе говорю, там по-любому пароль, во втором складе, пошли. Вот тут-то. Ищи давай, ищейка. Подожди, сейчас. Ищи какую-нибудь записку. Нам надо туда пройти просто. Только да, там да, как бы... Подожди, вот еще бочка сверху. А, реально. Палка.
Стой, вот тут еще бочка. А, нет, это не бочка. Надо реально туда пройти, походу. О, подожди, вот, смотри. Вот тут надо как-то. Стой, подожди. Я никак не могу. Блин, не могу стоять. А, допрыгнешь. Всё, я перелез. Так. Да, блин, не, я упал. Это какой-то кабинет заседания. Как будто бы. Есть что? Да нету. Не проблема, может под этим. Под столом? Ну, как обычно, депутаты прячут. Под стол. Я там что-то... А, нет, мне показалось. Это пустое. Где нам пароль? Стой. Нет. А ты вот эту бочку видел? Я ее скрывал уже. Скрывал? Надо угадывать пароль. Походу. Ну, это будет очень сложно. Не, нам по-любому нужно найти... Мало ли к картинам сходим. Еще нам остается. Пошли туда сходим. Не, я боюсь. Че бояться? Пошли. Выбора все равно другого нету. Mm-hmm. Раз мы хотим снять на видео. Ой. Раз ты пугай, не пугай меня. Пугай. Так пугать или нет? Не пугай. Ладно. А три. Проверяй, как. А ну да, здесь. Сам сказал. Все чисто. Я уже всех проверил. Смотри, кирпич твой нужен. Смотри, вот он. Кто? Не зря его припас. Не зря тебя таскал, знаешь? Да, я его не зря таскал. О, гриб. Ты это... Ты, слышишь, лучше... Все. Ты лучше все записки вот так проверяй. Вдруг там нашел тайна. Я нашел тайна. Значит, читай. Читай. А, ладно. Я пока обыщу тут все. Люся, Артём! Артём, пожалуйста, подождите минуточку, я сейчас подойду. Ну что там, Люся? Ты не представляешь, где я была и что я там видела, Артём. Давай, побыстрее, меня ждет человек. Что там видела? Люся, знаешь, такие золотистые номерки в гардеробе. Мы еще думали, что это какое-то тайное послание, Артём. Да, помню, и что дальше? Люся. Так вот, я сегодня была в комнате с устройством и увидела, как ученый подошел к нему и начал вводить пароль. Я увидела только последнюю цифру 4. Дальше открылась решетка, и он пошел что-то включать. Меня к тому моменту уже выгнали, Артём. И ты думаешь, что номерки это пароль? Люся. Да, ведь как раз четвертый номерок золотой. Артём, Люся, ты просто реально. Умница. Молодец. Реально. Настоящая охотница за тайны. Люся, это спасибо, Артём. А теперь бери... Надо как-то вот сюда проникнуть. 20 часов спустя. Сюда. Вот он, лифт. Это лифт. Только пароль стелять надо. Ебучий. Тихо. Да тихо. Не хотел. Не делись. Пожди, вот это вот... Подсказка в карте. Стой, тихо, стой. Мне показалось, что у тебя тут какие-то двери. Открывай. Я люблю тебя, судьба. Судьба. Беги, просто беги, Хьюстон. Мочи их нахуй, мочи. Нету меча. Да мне пофиг, я мимо них прохожу. А, можно? А, ну конечно. О! Поехали. Пошли. Есть! Что это было? Слава богу. Мать твою, божечки, ты что наделал? Не знаю. Блин. Запись шла? Да. Шикарно. Слава богу. На самом интересном включил. Когда я сказал 20 часов спустя, тогда я включил. Это было просто, я так пересрался. Это просто какой-то капец. О, все, связ. Всё, свет пропал. Мы остановились. А где моя... А где моя палочка, Блейз? Ну, когда канализацию зашли, её нету. У меня сейчас предчувствие то, что... Пожалуйста, только не где... падай. Вот только я сейчас подумал, что он сейчас вот упадёт. Он сейчас упадёт. С парнём с тобой. Давай, руки. Ой-ой. Посмотри вниз туда, там пустота. Смотри наверх. Тварь. Конечно. Есть, мы прошли!
фонарик. Нам креатив дали. Во вторую часть фонарик. А тут нет второй части. Выходи, вот. О, белый свет. Вот тут. А может есть вторая? Вот, ненавижу, я ненавижу эту карту, все. Смотри, что тут книжка? Неумелый каждый хочет жить так, как он, так, как он мечтает, и влюбить ту, которую он полюбить знает. Полюбить ту, которую он знает. Ты в чате. Большое спасибо за прохождение Гарнера. Надеюсь, она тебе смогла доставить вам хоть немного положительных эмоций. Кстати, если вы ютубер или летсплейщик, снимайте данную карту. Вы можете сделать свой... О! Спасибо вам за... Татский станок. Все, я выбрасываю.